На конкурс дети читают стихи. Ваня Суровнев, 10 лет, речевой центр, город Екатеринбург. Муха-чистюха, Борис Захаде. Жила-была муха-чистюха, все время купалась муха. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье. В понедельник в вишневой наливке, во вторник в томатной подливке, в среду в лимоновом желе, в четверг киселей в смоле, в пятницу в простокваше, в компоте и в манной каше. В субботу по уже чернилах сказала: я больше не в силах. Ужасно, ужасно устала, но, кажется, чище не стала.